И у истории есть своя мораль. Другой фашист сегодня зовет к себе Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, чтобы 31 числа навязать то, что он хочет, формулируя это как благоприятное для армян. Нет какого-либо благоприятного для армян решения ни в бытность власти Никола, ни тем более то решение, которое будет дано Путиным. Путин — единственный политический руководитель, который твердо отметил, что Нагорный Карабах и не только, но и районы вокруг него являются исконными территориями Азербайджана. Ни один руководитель какой-либо страны не позволил себе такой формулировки. А теперь они, фальсифицируя все это, пытаются взвалить это на других. Наш путь верный. Как прогнозы, так и ориентиры, провозглашенные национальным демократическим полюсом. Восстановление независимости Республики Армения станет не только нашей целью, но и, как мы видим, озвучивается также и со стороны Госдепартамента США. Так что я уверен, если наш народ будет бороться за свои права и десятками тысяч придет на эту площадь, а не будет ждать, чтобы только мы с вами решили эту проблему, хотя бы раз в две недели или раз в неделю, посвящая 3-4 часа своей жизни, просто стоя здесь и поддерживая нас, мы реализуем все эти цели вместе с вами. А реализация всех этих целей принесет для всех нас более обеспеченную, более безопасную и более армянскую Армению. Благодарю. Хайкакан Хаястан. Шнуракалюцю.